Для снижения дефицита кадров в сфере здравоохранения Минздрав инициирует разработку цифровой платформы резидентуры, где будет осуществляться весь процесс координации, начиная с момента поступления до распределения выпускников. По словам представителей ведомства, за последние два года дефицит врачей в Казахстане хоть и уменьшился более чем на 20%, однако все еще не хватает почти 5000 средних медицинских работников. Наиболее востребованные медицинские специальности – это терапевты, радиологи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги и акушеры. Гинекологи. Помимо нехватки специалистов, в Минздраве отметили необходимость повышать качество образования. К сожалению, имеет место быть недовольство работодателей новыми выпускниками медицинских вузов. Кроме того, почти на 60% имеется перегрузка у профессорско-преподавательского состава. Мы с этого года внедряем новый метод обучения, так называемый консорциум. Все наши врачи-резиденты мы будем направлять в регионы, в многопрофильные областные городские больницы, там, где действительно не хватает рук, не хватает специалистов, но вместе с тем имеются хорошие врачи, терапевты, хирурги, которые готовы обучать и быть наставниками.